Какую профессию называют самой массовой из творческих и самой творческой из массовых? Вопрос ведущего прозвучал, и таймер запустился. На ответ традиционные 60 секунд. Затем организаторы собирают листы с ответами. Посостязаться в силе интеллекта во второй гимназии собрались команды образовательных организаций города. Здесь еще соревновательный момент состоит в том, что мы выступаем не одной командой, а команд много. И это тоже интересно. Такая вот приятная атмосфера, соревновательная, но в то же время это все наши коллеги. И победить сильнейший. Мне самые лучшие ожидания от этой игры. И я узнала, что она первый раз вообще-то проводится. Я думаю, первый раз будет самый интересный, самый насыщенный. Ну и желаю, конечно, успеха всем. В интеллектуальной игре «Что, где, когда» приняло участие 17 педагогических команд. Традиционная игра состояла из двух туров по 12 вопросов, но не обошлось и без перестрелки. Формат для саровских педагогов новый. Мероприятие посвятили году педагога и наставника. Мы вообще вначале хотели вас поздравить с окончанием учебного года. Он был трудным. Да. И мы, честно говоря, благодарны вам за то, что вы стойко, достойно прошли этот год вместе с учениками. В ходе упорного интеллектуального состязания победителем стала команда школы номер 16, второе место у команды лицея 3, а третье у команды 12-й школы. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.